Ты же 20-й видел? Нет, еще. А, ну это видел, Скриншот. конечно, все. А пока револьвер пытается вникнуть в анекдот, который обязательно прочитает в эфире, я для тех, кто смотрит записи, сообщу, что сейчас, по крайней мере, у нас в лайфе почти 3 часа, без 23 не, ночи. Я не понимаю, слишком значит, поздно для меня. Да какое по... Ну, ну... Я ну, не выдупляю. Нельзя девушке отказывать, ты не понимаешь. Я не про... Я про анекдот. Какая разница, просто прочитай его с выражением. А, это девушка? Все меняется. А у нас тут финал пока что. Грави против Димаги. Играют они до 3 побед. Ну кому какое дело? Давай, Рева. Ты должен, ты сможешь. Ты сможешь. Давай. Давай. Какой-то мерзкий анекдот. Думаешь? Противный. Противный? Да. А, я вижу. Я вот прочитал середину. Угу. Вот я про нее же. То есть... Просто мерзкий. Буэ. Да. Ну ладно, зато можно фотки посмотреть. Когда новый сайт? Завтра комикс. Гриш, завтра, завтра. Конечно же. Ля-ля-ля. А, можно вкратце рассказать, что в полуфинале Групстер одолел Протософиста, да? Угу. А Димага одолел Лайфзерга. И тот, и другой справились с сухим счетом. Вот. Сказал, доволен. А почему не играет? Он стал старым Талдариме. В ТФ. Ну, это не совсем старый, так правда. Такой но... был в игре Димаги Лайфзерга. А почему не ладерный Талдарим? С камнями. А это ладерный? Это ладерный? Ну, как нет. бы да. Нет. Ну, уже проходит же в ладерном, типа в новом. Это ладерный. Старый ладерный. Это обычный ладерный. Обычный ладерный. Ну, значит, играли не на той карте разок. Ну, неважно. Болеем мы, конечно же, за... Пойду опрос сделаю. Да за Димагу болеем, свой же пацан. СНГ. За кого болеть? У нас много, много граби-фанов. Граби, Димага, я упырь. Хорошо, болеть. То есть, голосуйте. И болейте, естественно. Запери голосовалку, что смотреть. Граби Димага или Рева Майкер? Ну... Может, все-таки выйдем? Нет. Десятка евро, Майкер. Живи десятка. Пока, живи. Живи, тренируйся, смотри демки. Я так и понял. Могу тебе скинуть, кстати, несколько демок последних. Там я кого-то с очень... Там, кого-то там замочил. С очень сильными ребятами из мастер-лиги играл. Ну, например, с кем? А... Есть топ-игроки. Конечно, все они топ-игроки. Все как на подбор. Я вообще никого не знаю. Да я не играю уже недель, наверное, 3-4. Да нафига мне такие демки? Не но свежие. ПВП-то я тебя. Не. Понимаешь? Ладно, хорошо, это давний спор. Те, кто смотрит записи, не понимают, о чем они. В принципе, у Граби достроилась нычка, у Димаги все пока медленно, но зато я он... Лагаю. Никто не лагает, все ок. Подвис. Делает ранних псов. Димага ранее 8 псов только чтобы разгрызть камни на третью базу. За Димагу большинство 59, почти 60% против 20 за Граби. И, конечно же, я упырь вырвался на второе место, даже победил Граби. 23% болеют. Ну, то есть признают просто, что констатируют, я бы даже сказал, факт. По поводу упыря. О, Майкер такие вопросы задает, будто Граби его сосед. Чего? Что-то я не понял. То, что, где, кто, как. Там чувак какую-то фигню написал. Ну, отлично, написал фигню. Мы прочитали в эфире фигню. Профит где? Где профит? Ну, ну поздно. Ну, Майкер, бывает. Поздно. Можно немного фигни почитать. Хорошо. Ну, действительно, уже не, как на самом бы... деле, нет. Так, так что, том, что, 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 что? Непонятное голосование. То есть, СНГ, человек свой. Нужно болеть за СНГ. Вот в чем профит. Нифига голосование. Так понятно, за кого мы будем болеть. Типа, гоу-гоу, Граби, завали Димагу, завали RockSkiz Димагу, MTV. Бывшего, с которым ты на Украине отдыхал, зажигал, с которым ты на ланах тусовался, с которым ты фоткался, да, который да, стримил. Да, 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 в нет, Good Game. Да, 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 было дело. Так вот.
Да, здорово. Что, У нас стыдно? слишком много... Ну, Стыдно? зато с Граби я комментировал и играл тоже с ним. И он чемпион по Варкрафту, а Warcraft always in our С hearts, как Димагой ты тоже говорится. играл? С Димагой один раз? Ну, Ну. фигово. Ну ладно, хорошо. Это все ерунда. На самом деле, давайте к игре потихонечку переноситься, потому что здесь она потихонечку выходит в макро. И вопрос, что будет делать Групстер в качестве опенинга на... в мидгейме, то есть как он открываться-то будет. Пока у него бустится плюс один, добавляется 4 гита на мейне, но такие Как довольно вроде старается палевные. не чизить ни 7 гитов, ни 8 гитов. Скорее всего, он будет играть в макро с колоссами. Ну, тогда самое То есть время Димага здесь построить экзамитивнее. С колоссами роботикс. что? Хай ДПС, колоссы джойстики и так далее. Что именно пушить Димагу, это самоубийство, там, 7-8 гитов. Не вариант. А вот именно там колоссов, там, сделать кулачок, десбол, самое то. Так а почему он роботикс-то не заказывает? У него же 400 газа. Где? 830 у него был роботикс с кем-то там. А. С кем он играл из зергов? Сейчас подпуш будет со сталкерами. Смотри, пилон прокси слева, палево. Ну и вот, и Граби должен принимать его. Димаг. Такого... Ой, Димага, да. Да примет, примет, что там не принять из трех хат. Против пяти гитов. Ну, Там плюс сам один видишь, да, есть. что строится перед натуралом. Там плюс один есть. Натурал, смотри. Да я Так, вижу, видишь? но это не страшные такие прям затраты. 8.30. 8.30. Я же Четко, да? говорил. Четко тайминги. Да. То есть, типа, и подпушивает, и технологии выходят. Все клево. То есть 4 газа, у Димаги газа. Всего один. Ой-ой-ой. И скорости нет. И сейчас собаки на плюс один в зилках очень хорошо могут разменяться. Хоть и роучи стреляют, но их не так много, и большая часть собак теряется в такой вот ситуации. А собак было просто миллион и... Да. Ну вот по потере можем посмотреть. Сейчас по ресурсам на равных у них размен. Но... Проблема в Robotics Bay, а у Димаги даже лейера не заказано. Отставание чудовищное по технологиям. Да. Погод спидлинг. Просто времени не было для спидлингов. А зачем ему, в принципе, спидлинги против? Не, ну чтобы окружать, типа, зелов, чтобы не шаг... Он не отступал вроде никуда. Ну, Да. я понял. Да, хорошо, ясно. Плюс один роучи есть, теперь уже никакие пуши. Те же сталкеры, считай, да. Их там хрен окружишь, там просто псами без скорости. Не на крипе. Что быстрые сволочи. А, достал оверлорда все-таки. Сейчас грабим у Димаги. Так, из-за угла подсмотрел. 19 рвов в заказе, 4 газа. Сразу стоит Димага, но... Граби уже качает и качает давно. Если 4 газа. Да, и у него экспант раскачан с мейном у нас просто 1000000%. Просто раскачан выше некуда. И он инкам хороший получает. Отставание по минералам совсем несущественное. Да, на 300. По газу вообще одинаково. Смотри-ка, как так. А вот. Да и по лимиту у них под 100 и одного, и второго 97 на 99. Ну такой подпуш надо, наверное, было просто без собак принимать. Просто роучами принимаешь и все. Грейды на собак. Грейды на на собак. Атаку и Да. защиту. И мутка Грейды на идет. роучи. Мутка, мутка. Все И подряд. мутка, да. Все подряд. И 12 рабов. Четвертую хату сейчас Это будет похоже, знаешь, на ставить. что, на игру Димаги. Блин, на ИМ Гуанчжоу в Китае. Он так играл. Короче, будут масса разводы, мутка туда, рочи собаки туда, и Димага контролит Тоса. Держит его на трех базах, харасит постоянно. И сам занимает там 5 баз, и просто разменивается, и отстраивает лимит 200 постоянно. Просто харас, харас, харас. Куча Понятно. Мультитаска. И Граби, по идее, ну, будет терпеть именно на разводах. То есть там все жестко. Просто много-много мяса будет. Линга, Роучи, Муталиского. Вот. Сейчас нужна четвертая база уже Димаги. Слева. Да, именно так. У него уже... Овер грамотно висит, смотри. Если будут дарки, то сразу же будет заморфлен версир. И Димага отобьет хату, даже если она только строится, то есть там еще нет спорок. Тут хорошая штука. Вот спорка стоит там снизу. Групстер отгораживает себе третью базу четырьмя гейтами. Стеночку. Выстраивает первые колоссы, две штуки, третий там тоже в процессе строительства.
Ну, Димага, конечно же, вырывается по лимиту существенно вперед за счет клевых двухлимитных за 75 минералов и 25 газа роучей. Сразу две базы ставят. Смотри, и слева как раз базу ту, и в левом ага. углу. Ну да, на разводы, все на разводы. А где мутка-то, я не понимаю, или он все-таки в корабтеров пойдет? Он ждет, он еще не знает, что там, скорее всего. Все, он увидел мимикридом. И колоссов увидел, и... Мув псам на 14-й минуте. И вполне караптеры пошли, караптеры он все-таки, видишь, не будет развлекать. Чтобы отбиться, да. Не умереть от выхода, не умереть от выхода. Потому что там 8 металлов против там 3 колоссов под гвардианом. Не справится. А мне кажется, ему все равно места бы хватило, 200 лимита роучи собак, чтобы это принять на слизи. Ну, в чистом поле, куда пошел Протос сейчас? Очень много. Да, вот это хорошая позиция сейчас у Граби, он занимает ее вполне осознанно. И... Колоссов можно наверх кинуть, натурал не добывает. Позиция шикарная, конечно. Угу. Просто и в лоб не навалишься, только без караптеров ты это не отобьешь, другими словами. Вот караптер есть, и все окей. Оп, Гуанан Шилл такой, чик. Ну сейчас домой надо Граби идти в такой ситуации. А зачем лезть? У него же третья не купилась еще. Да, он фейково держит под напряжением всегда Зерга, но вроде не нападает. Хотя делает под варп, и Димага-то планирует атаку. Вот, и пошел. Смотрим. Форсфилды хорошие. Но он не отгородил. Вот форсфилды просто выиграли время, так сказать. Дефенсная, да? Не атакующая, дефенсная. Ну, Зерг-то не дурак, Зерг не будет лезть на форсфилды. Огородился, ну окей, я отойду просто. Конечно, тем более у него третья, ой, четвертая и пятая это делаются. И Димага против Дарков, смотри, сразу Версира Морфи, две плетки ставит против там какого-то под варпа. А сам-то будет развлекать? Можно просто газ поставить, мы сможем заказать. Четвертую базу палит Димага у Групстера, Громби. Да, псом. И выходит в Брудлордов, судя по плеткам. Единственное, что хайва нет. А так, брудлордами... Нужно больше плеток, больше. То есть там 2500 минералов, их сливать некуда. Угу. Да, лимит упор. Просто рабы и плетки. Я понял. Так, грубый идет в атаку, 185 лимита. Надо под плетки отступать, наверное, да, в такой ситуации? Да, зачем сажается в чистом поле Димага? Ну, он хочет выиграть, караптерами... Он выиграет, потому что лимит у него мясной, это просто роучи. Он, может быть, он выигрывает время для того, чтобы плетки достроились. Это размен, да. Но у Грабли 170 лимита, и размен был хреновый. Конечно. Мягко говоря. То есть, крит масса сталкеров, она осталась. И это печально, сейчас может третья база потерпеть. Граби... Ой, Димага, конечно, восстанавливает лимит, но... Это ж мясной лимит. Ни инфесторов, ни тебе ничего. Граби скоро будет уграбить 3-1, а уграбит... О, фу. Ой, да, Димаги. Димаги 2-1, а уграбит то же самое. Во-во-во, сейчас отбивается волной, приплод, идет собаки, роучи, караптеры. И снова, кажется, размен не в пользу. Хотя сейчас передавливает, кажется, передавливает. Иммортал нарезает жестко. Раздавался спереди. И снова под варп, а, снизу. Должен отбиваться. Под плеткой. И нет, отбивается. Не отбивается. Чай. И денег больше грабит. Какой жесткий он, а? Казалось бы, что инфесторов не хватило? Чего не хватило? Под плетками драться, под плетками. Лучше позиция нужна. Но они не достраивались тогда еще. Разводить, я не знаю. Ну, потому что лимит такой, да. Так а почему действительно в мутку не сыграть, если... Карачей с караптерами, ну... С лингами. Да странно. Понятно. Отдается четвертая база. Сталкеры очень быстро с двумя грейдами на атаку. Сейчас будет это, третий. Это, кстати, который опять же был на PM Китай, что у Димаги. В первых играх не было хайва очень долго. Ага. Там, на Т2 сидел, разводил, вроде убивал, все хорошо. В итоге тот сделал 200, Димага сделал 200, и Димага развалился. Потому что не было Т3, не было прудов, слонов, там, т.д. Сейчас, скорее всего, Димага это поймет и все-таки сделает хайв ранний. То есть потом следующие игры после там первых двух сливов, с кем же он играл-то, так и не вспомню. С кем-то тосом. И это понятно, да. Первая игра была без хайва, потом следующие там 3-4 игры, все игры фаст хайв. А, это был Хасопс, вот. Потом две игры взял, а потом следующие две все-таки слил. Потому что там Хасу слишком жестко развел, в размены пошел. Вот.
Флэтлимит у Димаги неплохой, но бас меньше. Да, четвертая и пятая ставятся у Граби. И делается как раз вот тоже десбол. Грелок достраивает, второй грейд на армор. При трех-то грейдах уже на атаку. Димага отстает по грейдам. Просто отстает по грейдам. Он подстает и по технологиям, и по грейдам. На газы 2000. Причем и металлов хрен построишь, потому что сталкеры, они... Да уже поздно, естественно, да. Две брони, и они игнорируют просто сплэш от металлов. То есть там второй-третий сплэш, он не наносит дэмэджа вообще почти. Единичка. Ну да, и первая атака тоже там минус 3. То есть там считай как минус 7 урона. Или там меньше 6 урона. От металла. Ну и вроде как здесь неплохо разменивается демага, но... Но все равно не очень. Хотя, продавил, смотри-ка, немножко продавил. Заставил отступить, по крайней мере. Но у него нычка не добывает слева, там вся красная, побитая. Остается фактически у Димаги две базы. Мейн-то закончился. А Граби качает с трех, как минимум. С трех. Газа все еще 2300. То есть ни инфесторов, ничего. Отрезает часть роучей форсфилдами. Есть слишком много сталкеров. Подходит еще колосс. Правда, здесь тоже от Димаги подкрепление. Он убивает колосса, кидается на иммортала, сгрызает иммортала. Ну, лимита 100 на 140. Ну, грабит 30 лимитов в рабах. То есть боевого лимита меньше, но... Да не меньше, так же. Даварп, даварп, масс даварп. Конечно, конечно. Гейты работают. Пилон... Да даже если бы он продавил, что тут три фотонки могли бы разницу сдержать. То есть можно было отсидеться на четвертой базе. Он еще агрессивничает при этом. Да, к сожалению, тут уже вытащить крайне сложно. С жиру просто бесится Граби, делает грейд на щиты. Вместо третьего грейда на армор вполне правильно себя. Грейд еще на эту призму Грави ускорителя. Это ж на призму, а не на опса. Да, грави, кажется, на призму. Нет, это грейд на опса. Опса все-таки, да? Призма, она такая квадратная, квадратный грейд. Пошире. Угу. Делает 3 кагаза сейчас у Димаги. Он делает яму заразителей, чтобы выйти в Микос, но проблема заключается в том, что... Ой, дарки идут. Ой, дарки режут, дарки режут, а тут оверлорда нет поблизости. Вообще нигде оверлорда рядом нет. А, вот оверсир, которого убивает. И дарки вырезают рабов слева. Это важный момент, потому что это последняя такая важная база Димаги. Один рабочий там только остался. И последняя атака. Граби видит, что он молодец, блинкуется вперед, вырубает оверсиров, дарки нарезает. И это good game. 1-0. Граби в буквально в паре шагов от выигрыша. Там был в производстве Red Beacon. Да. Да. Ну, это колоссальное преимущество. Столько сильных игроков на турнире. И вот Граби в своем именном турнире чемпионит не по-детски. Красиво. Ну так ровненько, аккуратненько, ползком-ползком, чик-чик-чик-чик-чик. И все. Смотри, демку Димага. Правильно. Как так? Без хайва никак. Просто никак. Когда такая критмасса тоса. Только хайф. Или масса развода. То есть либо разводи, не давай скопить 200. Или течься. Написал товарищ: добрый вечер, час назад видел Брюса в европейском, Москва, с девушкой. Просмотрели приятный фильмец «Живая сталь», кстати, советую. Узнал Брюса сразу. Автограф не брал. Восклицательный знак. Передал через него довольно эмоциональный респект команде комментаторов игроков.
Вот так вот Брюс отдыхает. Поехал к Каберу, поболел, и потом в киношку. Интересный анекдот. Надо, наверное, все-таки зачитать. Учитывая то, что он актуален и есть пауза. Отличный вечер, видимо, говорит он. Может, зайдем ко мне выпить кофе? Ну, я даже не знаю, кофе на ночь как-то. Ну, пожалуйста. У меня не было кофе уже полгода. Уже не понравился. Бедненький, сказала. Бедненький. Ну что, мы с нетерпением ждем, когда Димага посмотрит реплей, поймет, все поймет и сделает выводы из Брейд Грабстера, Груби Громби, короля орков. Он наш король-мейкер. А я пока в комменты обновлю. Там анекдоты, анекдоты. Почему Петрович больше не стримит? Интересный вопрос. Петрович? Петрович. Тот самый? Тот самый Петрович с басом. Чё стримит? БСП, да. А, БСП-то? Он делает фильмы? Фильмы делает? Ну так просто. Для университета. Для университета. М-м-м. Мы ждем 3 часа ночи. Проскакивают в комментариях замечания из серии. Ну вот, ни одного тирана. Ну что такое? Как так? Ребята, не переживайте, мы с вами. Терпите. Я уже разок протроллил. По поводу баланса, по поводу... Раз. Мне пока хватило. Я наелся на ближайшее, не знаю. Ты наелся. Ты наелся. Ты себе есть и есть, Майкер. Тебе нужно... Днями и ночами троллить, чтобы наесться. Сколько ты весишь? Интересный вопрос. Полтинник? Да, полтался. Нет, я думаю, побольше. Попытки откормить не увенчаются. Ну, хотя образно ожидает, я... Смотри-ка. Да, ожидают, конечно. Да. Я уже давно в игре. Я думал, что ты не заметишь, и спокойно мы покомментим следующий матч. Но нет же. Опять как... Только что видел Брюса на площади в Амстердаме с толпой девушек, пишет Клиффи. Не смог взять автограф физически из-за толпы девушек. А Даркест из Нижнего Новгорода, видимо, услышав сочетание «король орков», сказал «король королей». Это фраза тоже известного мема. Всем стоять, всем лежать. Поехали. Вторая игра у нас. Граби... Гугли, молодой. Ты в интернетах живешь, надо знать. Героев. Король королей. И противоположные респы, вертфи, там чего-то. Кстати. Ты слышал микс Никиты Литвинкова на его интервью? Есть прикольный файлик. Хватит, хватит баянов. Прости. Нет, именно микс. Конечно, микс, тоже баян. Да? Окей. Так штырит. С капусткой Литвинков. Я чувствую сосисочки. Колбаску. Да хватит, хватит, давай по игре уже. Я понимаю, что не все уже дома в начале четвертого. Ты как?
Леденков всегда дома. In the house. Не, на самом деле. Так. Респы хорошие. Серьезнее, серьезнее. Далеко. Так. Димаги это. Так. Естественно, в плюс. Так. Можно еще, еще играть. Мысли, мысли, мысли. Давай, накидывай. Спокойно. Работаем, работаем. База. Контролится. О, стоп, смотри-ка ты. У Грави застройка через гейт на такой карте. И с Лайфзергом он играл Форж. Yes. What the fuck? Почему он так играет? Явно он планирует какую-то агрессию, скорее всего. Ну, нафига с Димагой правильно играть. В гейт, когда можно поставить Форж и сделать просто Нексус гораздо раньше. Mm-hmm. Ну, на минуту, на полторы, на две раньше. Да. Согласен. Скорее всего, будет агрессия. Да будет. То есть, либо адекватная агрессия с одной базы, это, скорее всего, дарки, потому что... Да бред. Нет. Да чушь. Почему? Ну, потому что 19 тера, второго газа нет. Какие дарки? Первое, что делает, это второй газ на 18 лимита ставит, если человек действительно хочет сыграть дарков. На-ка. На 20-м. На 22-м. Нормально. Слабенько. Нет, Майкер, дело не в том, как он ставит газ. Так. Он и первый газ поставил на 2.20 с каким-то тосом. Так. То есть тоже не по таймингу. Ну продолжай, продолжай, давай, мысль идет. И... Тема в том, что играя через гейт, угу. ему нужно какую-то тему продвигать с зергом. То есть какую-то агрессию. То есть играть в Старгейт это тупо. То есть легко палиться. Угу. А можно сыграть грелка в стандартно, в как граби через гейт нычку или там через три гейта нычку. Откуда у тебя мысли, что он прям возьмет сейчас и как-то хоп, агрессивно так откроется неожиданно? Вот тебе третья хата на золоте, на-ка. На-ка. По-другому гейт не обоснован. Обоснуй гейт. Ну, собаку да, ну, убили. Все нормально, играет Форж. У него Форж это отточенный билд. Да гейт необоснованный. Он будет играть в Nexus. Так, Nexus. Так, а почему он не ранний? Почему вот тебе три. Вот тебе три гейта. И вот тебе пробка, выходящая на Nexus. Опять нелогично. Кросс рис побежать далеко. Почему три гейта Nexus, а не один гейт Nexus? Ну. Ну, обоснуй. Так мне-то зачем? Я понимаю, что Граби ошибается сейчас. Неправильный билд выбрал, но зачем вот. Пытаться найти какую-то. Заставить нет, его играть я, агрессивно. Нет, я просто. Пытаюсь. Так. Димага, кстати, золото отменил. Ну так, между прочим, когда увидел, что там нычки нет. Так, хоп. Я тебя спрашиваю, почему он так играет? Не. То есть я повествую, да, и тебя спрашиваю. Возможно, согласен? Он знает, что Димага умеет. Ой, кто лагает? Не я? Нет, все нормально. Все нормально. Что Димага умеет против Форжи играть сразу в три хаты и очень жестко халявить. И специально против него. Чтобы он не поставил, например, золото, как Димага было, дернулся это делать. Он играет через гейты, чтобы хоть какое-то напряжение осталось у Димаги. Напряжение. Да, хорошо. То есть три гита он собирается подпушивать с трех гитов. Возможно, но не факт. Он видит, что третьей хаты нет. А зачем ему пушить тогда? Нафига ему пушить? Лучше прийти, отдать зелка и все. К автоматону жмись! Да, стояли бы спина к спине. Ой, Сендрит, алло, Сендрит могут отдаться. Скорость поздняя. Ну вот зачем сейчас делать такой вот пуш макрохата, граби? Роучвайн, это совсем да. непонятно, потому что это все отбивается собаками, но мува нет. Мува нет! И роучи нет! Да ладно, что перехалявили? Перехалявили. О, МГ. Да ладно, с трех гейтов сейчас подожмут. Что за лол? Ну хотя там только сентри и с квиной это можно под армором. Вот. Посражаться. Вот. И объяснение, почему Граби играл в гейт. Поджим с трех гейтов. Так это не работает тема, если нормальная разведка у зерга. Какой поджим с трех гейтов? Что за чушь? Разведка чего? Мейна или натурала? Разведка нычки, такая же, которую ты не сделал в игре против ты сам знаешь кого. Я не сделал. Ты не сделал. Я сделал. Что ты не сделал? Что ты отбивается собаками это, если без плюс один, какая разница? Но Димага просто сделал там плюс 15 рабов к этому моменту. Поздние роучи. Ай, квину жалко. Надо контролить сейчас. Как никогда надо. Квину
кстати, спас. Квина сделал инъекцию, тоже важную инъекцию, между прочим. Но он так со следующим приплодом отобьется. Вот в центре, блин, в центре могут зажать. Да не зажмут, посмотри на количество юнитов, делающихся на экспанде. И расслабься. И чё? Просто расслабься. 5 рачей против 6 сент... Конечно. Согласен, 6 рачей. Центре почему дольби быстро. Чик-чик, все домой. 6 гитов. 6 гитов. Продолжение банкета. Танцуют все. А рабы-то подохли. Да естественно, и подохли. 6, и покатались, и подохли. Сейчас экономически вот только зажимает собаками неплохо, но плохо. Здесь сталкеры в центре. А, сталкер потерял уже, да, стало бы лучше. Ну, сейчас он в центре еще может догнать. Потому как? Что... Скорость одинаковая. Скорость одинаковая? Да. Но если будет хит-н-дран, если вот так вот центрями, то может догнать. Блин, как-то печально, а что ж он так... Дима голынет. С трех макрохат? С трех хат. Против 6 гейтов это печальный расклад? Да. Очень плохо. Ладно, посмотрим, вдруг он сейчас на бешеном микро начнет давить. Ну или завтыкает с фарсилдами граби, как гатарец сделал, помнишь? О-о-о, минус 4 роуча. Да, граби не втыкает. Успел одного сентря унести с собой, но... Сейчас нельзя уже давить, это жизненно просто, просто опасно для жизни это. Он не знает, что там, он не знает гейтов, он не знает страты, он ничего не знает. Поджал демага, фу. А, нет, смотри-ка, 9 рабов, 10 рабов в продакшене и ломится еще. Куда вообще, где логика, почему, Дим? Неплохо забежал, но здесь народу реально много. И фотоночка еще, ой-ой-ой. Фотоночку, положим, сбреют, но варп 6 гейтов без добегания, дотекания, это надо валить отсюда. Да, потому что роучи не уйдут. Как ты будешь валить роучи против сталкеров? Ты не свалишь. Да, ты да, да. Нужно драться до конца. Нужно размениваться. Да. Подошел, выстрел. За сталкеров там убить из-за скорости. Да есть, есть, есть. Там красный сталкер, вот как раз он чикает, граби не доконтроливает немножко. И убьет. Убьет. Убьет, убьет, убьет. Еще парочку рабов нужно сбрить. Раз. Ну, одного, ладно. Ну, второго, ладно. Нет, забил. Так, рабы сравнялись. Что говоришь? Сентри варпает. То есть там ни роба, ни инфестеры. С микозом, кстати, это можно встретить. Если микозом, он посидит то... немножко, то 7 гейтов-то принять хорошо. Если демага вытянет такое. То есть 2 в 2. При том, что рабов вначале меньше. Технологиям... Ну ладно, лучше все, потому что там даже роба нет. И цитадели. Ну, кажется, придет раньше граби. А, нет, роботик, все, до свидания. Тогда живем. Живем! Третью хату ставим. Делаем разведку. Сначала делаем разведку, потом ставим третью хату. У граби есть иллюзии. Он ставит. Он легко спалит фениксом. Все, что происходит. Какая разница? Главное, что он не сможет продавить сейчас этих 7 гейтов с плюс 1. Вот это меня пугало, что он придет и пробреет. Там просто кроме собак-то ничего нет. Что ты будешь делать? Против гапши из гейтов. Только иллюзии спалить. Увидеть, что там ничего нет, кроме собак. И да, продавить. Так уже не успеет. Там патогенные и... Не, он мог успеть дойти там, да? Целая минута до инфесторов. Да. Инфесторы строятся 50 секунд, между прочим. Но они... Я в курсе. Так. Но они были даже еще не заказаны. Так. Там даже больше минуты было. Да. Плюс он бы мог иллюзии... То есть иллюзия была очень давно, когда еще... Даже твистар не было только заказано. То есть там было даже... У него нет грейда на иллюзии. А так все нормально. А, мне показалось. Ничего страшного. Сейчас немножко действительно вслепую граби играет. Он не хочет выходить, потому что... Ну, вроде как меня только что жали. И вроде как я отбился, и вроде как... Вы здесь порешали. Были бы иллюзии. Ну, конечно, конечно. Но, с другой стороны, если бы увидел выход Димага, он мог успеть и роучи-то настроить. Попробовать и отбиться ими. Но сложно, согласен, сложно. Сейчас другая совсем игра идет, потому что появляются уже вверху, пухлики. Там можно сентрей заварпать заранее. Форсвилды накидать на рампу. Куда? Только половина рачи будет у нас с выхода. Это где? Ну, который видишь наверху, с которого подпушило. Я не понимаю, каким образом сюда сентрей, что они сделают? Ну, форсвилд на рампу с зелами. То есть там надо еще камни еще сбрить, нет? И 5 зелов. Что? Камни надо сбрить еще, нет? Ты на третью зерговскую собираешься за... Не-не-не, на натурал. Так он в самом начале пришел. Так, микозом цепляет. Форсфилды неплохие. Но микоз можно было второй, да, еще. Кидает второй, хорошо.
Мало-мало, вообще нельзя здесь драться. Ну, конечно, нельзя, но зато можно ману откидывать. Он все равно отступит. И можно пса словить. А пес же летает. А, под заказ 17 рабов у Димаги. Это фейковый пуш. Ой-ой-ой, это может вообще куда, боком куда выйти. Домой, 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 так, Дима, домой, домой. Куда? Какие камни? Что за бред? Он же не уйдет, если что. Не, роучи уйдут. Ну да. Скупку шли бы инфесторы. Ай-яй-яй-яй. Пробревает, он тут уже с центре на стреме. И с фотонкой. Если сейчас пойдет наверх, то может... Не пойдет. Роуч, инфестор, корабль. Все. Это типа фейк был. Обе мута. Фейк, типа дефенсия, сиди, жди. Правда, опс, все палит все равно. Вот эту вот кучу. Сейчас как бы Граби в контратаку не прошел. С блинком. Да не, лимит не очень. С 20 лимита как-то слабенько. Угу. Какая там с одним имморталом контратака. Да не, это смешно. Дэмэдж дилера нет. Да нет, сталкеры есть. 1-1 грейды с блинком. Нормально. Можно все попробовать. Все равно их мало. 120 лимита-то это... Во, пошло, поехало. Ну вот здесь вот Димага зря сажается. Ну вот. 12 роучей. 4 инфестора. Хорошие форсфилды. Кучи нет, чтобы микозом кидать. Пухлики отдаются с маной. Их жалко. Очень. Дотекание роучей тоже отдается. Что все из рук валится у Димаги. Походу поздно и... Может он... Я устал, я ухожу. Ну да, может быть. Начало четвертого все-таки. С Европой разница в 2 часа, но... Димага не из тех людей, которые как бы с выносливостью у них проблемы. Хотя вдруг он не выспался, черт его знает. Сейчас плохая ситуация для Димаги, потому что надо защищать третью защищать нечем. Был бы Микос, совсем другая ситуация была бы. А так, никак. Просто никак. Никак тут не защитишь ты третью. Мутальчики. Да какие мутальчики? С двумя. Сейчас сталкеры с блинком и со вторым грейдом на атаку. Уже не актуальны мутальчики на 20-й минуте. Ну газ типа лишний есть. Куда его сливать? Инфесторов? Инфесторов. Только... Микозик. Ну да. Да. Только не отдавать их. Мага построил мутку. Ну, а инфесторы были бы гораздо нужнее. Если сейчас он перетерпит, и мутка сейчас залетит на мейн, то... Ну и Граби, если шатнется и не отдастся. Вернется, да, и да. Там будет... То можно затянуть всю эту волыну. О, спалили. Мутку, Зилот спалил. На золото уже выходит Грабстер. Но у него ни одной фотонки на мейне. И Граби уходит, смотри, Граби возвращается на мейн. Да. 4 сталкера не справятся. С грейдами 2-1? С блинком? Конечно. Я думаю, это много... Они не убьют даже одного муталиска. Можно долго мурыжить. Вот тебе еще под крепость. Нет, с блинком можно было, да, выиграть время, согласен. Мутка на золото прилетела. Здесь тоже сталкеры, но их миллион просто. Ну и чего ты развлекать Сталкер. Будешь? Уже все есть против муталисков. Сталкеры, блинк, 2 грейда на атаку, армор. И чего? Как быть? Грустно. Там дарки, там 4-я база, Граби шаг за шагом, двигается дальше. Такой вот прямо, ну, это... 0-0, печально. Стиль такой хороший. Отвоевывает территорию, дефенсится. Фотоночка там, фотоночка тут. Где фотоночки, кстати? На должен среагировать был. Все-таки мутка, это опасно. Долки проверяют базу сбоку. О, дарки пошли. Очень много дарков идет. Арвархона сливается. Сталкеры делают блинк. Да, и мута действительно терпит. Ну как без Микоза сражаться? То есть сейчас у Зерга с Протосом практически одинаковый лимит. У Димаги 0 инфесторов. Вот. Просто получается мясо, негрейженные собаки против архонов 2-1. Это такая печаль. Плюс отдается по частям. Пытается с разных сторон. Но там форсфилды, хорошие форсфилды. Часть роучи не сражается. И Граби заходит на третью базу. Очень хорошие идут размены. Очень. 14,5 тысяч на 11,5 тысяч. Посмотрим, чем это закончится. Это закончится просто выносом. Вот уже 1000 на 2 размен. Плетки перекапываются. Но лимит 130 на 90. Да и грейженные сталкеры против плеток не грейженных. Это не очень.
Вот, и после этого размена, помнишь, у нас было 11,5 на 14,5. Размен 3000 убил у Граби Димага, а Димага потерял 5500. Короче, практически x2 получается. Димага пишет, ГГ выходит. Еще одна какая-то не склеенная воедино игра. Подпуш вот этот вот. И после подпуша Димага остался в роли догоняющего на... Ну, до конца игры, видите, Граби так и не... Ну, больше ресурсов, короче, он собрал, в конце концов. Ну, еще не все потеряно. Конечно, Димага проигрывает 0-2, но игры-то до 3 побед. И мало ли, кто его знает, как оно все повернется. Согласен. Заходим. Еще есть. Заходим, заходим, заходим. Много-много анекдотов в комментах. Много-много-много. Да, Дмис, сайт завтра, конечно же. Конечно же, свидетели Брюса. Свидетели Брюса. Я сегодня Брюса видел. Заходи в игру. Ты зашел в игру. Я Брюса сегодня видел. Он был там-то, там-то. Нет, он был там-то, там-то. Будете хорошо играть в StarCraft, и к вам придет Брюс, написал товарищ в комментариях. За зал. Майкер, анекдот про кофе. Бэтфазер говорит, унижает мужчин. Просить с, пожалуйста, не о не. А, типа, ну, если полгода не было, то можно и попросить с, пожалуйста, да. Там любые средства хороши, да, Жень? Угу. Что, я совета спрашиваю? Шаттерд на дальних респах. Респы снова хорошие. Антига хорошие респы. Здесь снова хорошие. Димага должен это использовать, идти в тэч технологию. Но при этом какой-то баланс нужен, блин, с Граби. А то это 3 гита пуш был, конечно. Да нет, блин, ну Антиге. Понятно, что Тоса с одного с опенингом через гейт будет какой-то агресс. В начале. Чем-то он будет пушить. Тарками. Гитовым мясом. Опять ты свои темы. Да, да, это было понятно. Уже нет. После гита было ясно, что... Так тут зависело, понимаешь, не от Граби, что там он... Как вообще с 3 гитов можно запушить Зерга? Там, к 7 минуте. Как, какой у которого там 60 рабов в начале-то можно? Так не в это. Это проблема Зерга, что у него 60 рабов к этому моменту. Так я не спорю. Но Димага как раз такой Зерг, который... жестко халявит. Неужели Граби станет чемпионом своего турнира? Турнир имени себя выиграл я. Ах! Какой-то турнир выиграл там. А, свой. Граби. Граби вот там. Так. Молодец. Взял из одного кармана, переложил в другой. Выиграл турнир. И, кстати, в минусе остался при этом. Минус 600 евро. Ну, надо кому-то заплатить за второе, третье. Но ребята играют. Ну, надо ж... Я все, конечно, понимаю, но надо поддерживать киберспорт. Я все-таки король королей. Хоть 600 отбил. Ну, под фейком играет Граби. Может, он... Чтобы сверху и снизу был. Было бы совсем клево. На двух компах. Я Зерк, да. Я Протос. И Терн. Так. У нас там кибернетка в застройке. Гейт кибер. Ну, безусловно, быстро газ там. 4 гита от Граби ждать. Я думаю, не стоит. Не стоит? Купается. Так почему, если место дофига, пилон палевный уже у Граби, он такой вот под варп вниз. И просто овер слева залетает, видит, что газа нет, да, и все. Как слева залетаешь, если респы такие клевые? Когда ты залетишь? Он успевает долететь. Успевает? Конечно. Точно? Видишь, овер справа уже висит. Так, да. Считай, это был бы овер, например, слева. Так справа или слева?
Да какая разница? Так а если я там поставлю гейт, и там по... Если здесь я поставлю гейт, и там я поставлю гейт. И разнесут 4 гейта по... Я газ смотрю у тебя. Какая разница? Ты с 4 гейтов с двух газелок можешь зарашить. Просто центре будет побольше, и пуш будет чуть попозже. Пуши бывают разные. Это прохладно. Если на 6 минуте у тебя нет Нексуса, это уже палево. То есть там 6 минута, это как бы крайняя точка. Потому что Нексус с 3 гейтов ставится в 5.40. Угу. Обычно. Даже иногда в 5.30. 6 минута это все, это либо дарки, либо 4-5 гейтов. Вот так вот. Три гита экспанс снова. И пилончик внизу. Так. Еще и сталкер. Что? Где кто? Что сталкер? Что где сталкер? Поджимает пробочку. Ой, кружил. Нет, не кружил. Где? А, да. В натурале. Вижу. Завалил дрона сталкер. И на собаку развел демагу. Как можно завалить сталкером дрона, если у тебя две газилки рядом? Это же невозможно. Такого не бывает. Ну блин, я думаю, что все-таки демага устал. Спит, я устал. Да. Понятно. О, две собаки сейчас пилон могут... Они увидели, кстати, пилон на карте уже. Отметился он как пилон. Здравствуйте, я пилон. Но как-то на него... О, один пес, все. Блин, и снова 3 гейт пуш. И снова демага 12 рабов заказывает. Да ладно. А ты спрашиваешь, как можно убить 3 гейтами? Да как же, он ушел с Зелнаги, пропустил выход. Ну еще не пропустил, но сейчас пропустит. Не пропустит. Все. Две плетки, все, пошли домой. Главное, да форсфилды не сложить. До плеток. Ну все псы. Вот. Хороший форсфилды, Граби молодец. Да. Поймать. Но форсфилды у него почти корейские. Сейчас будет подпуш. 22 пса в заказе, мув будет. Отобьется, но конечно же. На рампе. Может все изменить. А, ну да. И нет. Не успевает. Большая часть собак прибегает, крылышки перешли влево. Главное заманить, чтобы наслись. Вот, сейчас хороший момент. Да, нет, уже не хороший. Разводил, кстати, на форсфилды. Ты видел, как демага шатает его? Уже хорошо, порезвее стали бегать псы. И вот со всеми этими прокси-пилонами, которые выстроил сейчас Групстер, и без грейда на плюс один, с неготовой фаржой, с огромным количеством часовых, он рискует быть съеденным просто собаками. Да. Но если не будет съеден, все-таки. Но нет. Да как он уйдет? Если съесть псами, это нереально. Почему? Если отступать-то будет в чистом поле съесть сентрей. Столько сентрей не съесть в чистом поле. Как минимум два раза он кинет хорошие форсфилды. То есть два раза он подерется, заблочит псов и сожрет их. О, плетка сверху, смотри, как клюет. Еще как клюну. Хоба. И минус пилончик. Притом, вот смотри, у некоторых там есть мана на два форсфилда. Такой даже в чистом поле не сожрешь. Ну просто там кидается четырехлистник. Пятилистник. Пятилистник, да. Пятилистник, и все, и все псы разваливаются сразу же. Секретная стратегия. Я думаю, что Граби умеет. Блин, даже свою страту забыл, прикинь. Да. Ну, вроде как пуш не прошел. И мутка, вот она мутка моей мечты. Он точно будет делать роботик с Граби. Может, аскарафтеры? Да стопудово, нет. Сбивать пса. Не-не-не-не-нет. Просветки не было. 4 газа ранних, нет. И ЛТ противоположные. Да нет, мута, стопудово мута. Точно, да хорошо. Ну, Граби уже в который раз играет через... Сейчас он роботикс поставит. Вот скоро поставит роботикс, но точно поставит роботикс. Иллюзии сбивать карапторами тоже нормально. На самом деле карапторами еще есть... Ой, два старгита. Да ладно. Кто вообще? Кто так играет? Прочел как книгу Дмитрия Филипчука. Ладно, сейчас надо карапторов делать. Давай там. Карапторов. Вот так вот, Майкер. И плюс один еще. Ё-моё. А я могу сказать только одно. Оверсир, залетающий на мейн в такой ситуации. Палит, Т2 ТОСа, все. Что, еще нечего сказать? Разведку-то делать надо или не надо? Сразу же оверсир понять.
Роботиксы там, Блинк там, Старгейты там. Вот. И все ты играешь по-разному. Вариантов много у ТОСа. Даже те же самые Дарки, выход Вархона в третью нычку какой-нибудь психованный. Я вчера с Турюком играл. Инфы о Турюке ноль. Сэшка есть, газ есть, барак есть, все. Больше ничего не знаю. Я понял, очень интересная история у тебя, потом да расскажешь. Да, ну, на скауте ты все правильно сказал. То есть, ну, сейчас будет мутка, будет то же самое, что с Нерчо, мутка напорится на фениксов. И мутка напорится не просто на фениксов, а на фениксов с двух гитов и с плюс грейдом один. Плюс один. Это трындец. Да, это эти базы раньше у Граби, но... Это просто провал. Это провал колоссальный, эпик фейл. О, крафтеры пошли, смотри-ка. Это как так? Смотри-ка. Как у Димаги 0 инфы. О том, что делает Граби. 0. И он слепую строит крафтеров. И. А, у него шпиль спалили. Вот и все. А? У него шпиль спалили. Иллюзия залетала, спалила шпиль. Ну, может быть. И там стопудово феникс, да? Там не может быть сталкера с Бринком, против которых крафтеры бесполезны. Грыжиных. Друзья, на стриме задержка там от 2 до 5 минут у всех, поэтому тут реакция у игроков значительно выше. То есть тут никто ничего не палит, просто есть майндгеймсы, мутки такие, муточки. Вопрос просто в том, для чего нужны были крафтеры вслепую? То есть настолько ли читаем Граби, что увидел шпиль, значит по-любому будет два старгейта? Uh-huh. Я ни в коем случае не говорю, что Димага там палит стрим, что Димага, ну, стопудовый чел. Uh-huh. Кто угодно, но не Димага, но вот так вот вслепую делать крафтеров. Ай-яй, фениксы залетают, начинают убивать рабочих, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой. 8 минус. Ребята уже практически окупились. То есть так можно кого угодно подозревать, но не Димагу. Так что не думайте. Так, и теперь крафтерам предстоит увлекательные погони. Ну и штамповать рабочих, да. 700 газа. Инфесторы нужны, напрашиваются инфесторы. Согласен. Инфесторы. Есть. Правильно. Все он делает, как ты говоришь. Хотя он тебя, если услышит, то услышит через несколько минут. Думает человек, думает. И что приятно осознавать, ты тоже думаешь. Да, несмотря на 3 часа ночи. 3.33. 3.33, кстати, да, 3.33. В 3.33, 3.33. Какие там у нас скороговорки были? ФФФ. Такой вверх, смотри, клево стакаются. Под шпилем. Где? Под шпилем? Под шпилем. Да. Такие шипчики. Феникса залетает. Тут одна квина всего, лол. Но они убивают рабочих. Ну это... Ну можно сначала рабочих, наверное, по приоритету они поважнее будут, чем квина. Там все сдохнет. И рабы, и квина. Нет, квина выжила. I will survive. Напела она и выжила. Да, фениксы дают прикурить. Мутки по мобильности. И крафтерам тоже, если с ними не сражаться, то... И по дороге оверов убивают. Да. Тут вопрос... Я говорил, что фениксы молодцы. Вот они... Реально, у них на каждого где-то по 2, по 3 килса, и все это рабочие, все это оверлорды, и все... И они при этом живы, и они могли жить еще лучше. То есть никто не мог... Ну, можно было не тратить никого. О, подлечил квину, красавчик Димага, видел? Mm-hmm. Буквально последнюю секунду. Грабстер. У него даже летает. У него ресурсы даже не копятся при этом. Довольно частая ошибка у ТОСов в такой ситуации. А он в ноль, это Димага озадачен. Хайв? Что, это ультралиски? Да, наконец-то. Ультралы? Наконец-то! Брудлорды. А, ну да. Какие слоны без крытов на броню. Это брудлорды. Ну, слоны без грейдов на броню. Такие получаются. Ну, такие. Не очень, да, слоны? Да. Хорошо, пробам у них паритет, но с другой стороны есть золото у Димаги, поэтому... О, такая гапша зилотов сталкеров, смотри! Прохладная гапша. Да, это контры чистые. Рабочие инфесторы будут в шоке. Не только и... Зилы без ног. Брудлорды! С инфесторами ноги must have. Брудлорды зарешают. Не дойдешь никогда в жизни. Хит энд ран. Mm-hmm. И зилы пачками валятся. Да. Второй грейд на армор. А, нет, первый грейд на армор. Воздушный сейчас у Димаги. Воздушный, да, это интересно. Это не... Бесполезный грейд. Да, абсолютно. Ни о чем.
Если ты в грелку, то лучше на атаку, гораздо эффективнее, то при есть том, там что мелкая атака игроки и шаг. умирают просто от микозы, да. Там играть на парня вообще не нужен. Там проблема в микозе. Да, и... Желки — это мертвый лимит вообще. Мертвого 25 зелков с 50 лимита. Нет, сейчас пока нет инфесторов и пока нет... А, там плетки, все. Есть инфесторы, уже 3-4, 5 инфесторов. Я не вижу ни одного. Вот, слева, справа. А, во, все, у них своя группа просто. Они отдельно от общей массы, потому что, ну, кто мы и кто они. Так, 9. С собаками тусоваться, что я. Вот, брудлорды скоро будут уже. Главное дожить. Сейчас нужно брать псов. Не только брудлорды, смотри, их, там все есть. Все. Желательно там на рабов, на что-то. И морфить. Окажется, сам пойдет в размен группстер. Громби. Дожить до брудов. Димага, не дерись, доживай, морфись. У тебя уже есть гретершпиль. Хороший. Ой, какой микос влетел в этих, ты видел? Сейчас вот главное держать там микос на фениксах и зилоты. Димага отдается. Уже меньше на 50. Да. Сейчас 200 лимита на 130. И Димага сочно. Камбэчит, камбэчит, гони голландца. Масс-сталкеры. Вот сейчас не нужно атаковать, потому что вспомнить... Ой, у меня же брудлорды. Да вот зачем он дерется крафтерами? Зачем? С фениксами. Тут еще дарки нарезают. У дарки только ситуация — это косяк. То есть версира нет. Версия сразу вырубается сталкерами, фениксами. Димага не видит, что там дарки. Он теряет инфестора, зря он пошел вперед. Но все равно, Семен, блин, Семенович. Все равно хорошая ситуация. Сейчас он вывел в макро, но у него есть бурдлорды. Тут не додавить. Протасу никак. Три грейда на атаку будет. Роучи, да. Угу. И у Тоса уже будет 3-2. Ой, дарки проходит на мейн. Дарки на мейн, да, вижу. Два дарка. Ну там оверлордов столько, что как бы они сейчас... А, шпиль грей убивают. Убьют же. Да, шпиль убьют. Урон... Ой, второй дарк тупит, смотри, второй дарк бьет. Да, а, яму. Может... И... Ну, это очень хорошо. Да, и не успеет они убить. Вот сейчас доконтраливает, роучи, но... Роучи, роучи, роучи! Ну, давай, минус один и минус второй! Отлично, там на три удара еще осталось. Ну, это ошибка граби, на самом деле. То есть, да, довел, но не доконтролил. 500 хп с ямы. 500? 500 хп, да. Ну да, тогда Greater Spire был бы обречен. 500-500, да, все верно. 520. То есть, там шпиль лечит, делать 200 секунд. 100 шпиль, 100 грейд. Хотя Димага уже успел сделать 9 бирдов, он бы дожил, скорее всего. Да, но пришлось ему тогда бы так в дефенс, да, на 2 минуты уйти. Ну и потратить денежку, конечно же. 200 лимита сейчас у Димаги. Ну, 100-190, но считайте, что 200, там еще 8 карапторов. Ну, граби нужно, как если бы для тосов. О, что... дарки на мейне снова. Если тосы спросят, блин, а что делать с такой фигней? Он убил шпиль, ручь, он убил шпиль. Что? Шпиль убит. Со второй попытки граби пробежал дарками и убил. Вообще можно было, думаю, сразу делать была шпиль запасной. Или лечить старый, если там из королевы с маной. Потому что на такой битве все равно убьется там рано или поздно, там призмой. Или там забегом зелков во время боя. Угу. Тем более двойные грейды, опять же, важны для брудов. То есть там два шпиля. Можно было сделать второй шпиль. Просто для грейдов. Все. Так, сталкеров ловят микос. Они пытаются через атаку убить еще один денег, микос. Сталкеры — это на самом деле важные. Граби сейчас лимит до 170 и 500 денег на руках. И нападение идет справа. И морталы? Что это за бред? Это отдача. Вообще какая-то чушь. Просто сейчас он ничего не сможет, к сожалению, сделать с 9 брудлордами. Ловить микозом, ловить микозом. Конечно, конечно. Пытается. Он Димага выделил. Хватанул парочку. Ой, юнитов. Трех юнитов поймал. Отдал инфестора. Да, при этом инфесторы такие молодцы. Они после каста еще идут через атаку вперед. Перехват. Вот главное сейчас не отдаться на... Сейчас дарки. Где? Три дарка там в кучке. А у него ни одного версира. Да, версира нет. Че? Они под шумок будут так нарезать. Попасть. Или не могут, скорее всего, да. И сейчас и земля развалится, и брудлордов может просто покарать. Граби сейчас. 9 брудов на 16 феник, на 16 сталкеров. Не вариант, сори. Да, брудлингов миллион. Просто миллион. Вот косяк в том, что брудлингов нет грейдов 102. Сколько? Что? 102 пса в заказе. 102 пса было? И они потекли, они текут. Проблема у псов, что у них грейды 1-0. Против грейдов граби 3-2.
И все эти псы, они сейчас... Я не знаю, как могут столько там 102 пса развалиться. От лимита там боевого 25-30. Но там... они разваливаются. Какая-то жуткое просто... дотекание. По имморталу там по 3 хита его сносит пес, да? По обшивке. 3 армора. Нет, побольше. Почему, наверное, это были не роучи? 2 урона вообще. Не 50 роучи, а 102 две собаки. 51 роучи. Ну, против собак и имморталов.